Новое деловое пространство в центре республиканской столицы. ВТБ открыл первый офис Карачаева-Черкесии. Он расположен на проспекте Ленина, 79. Это событие стало знаковым для обслуживания физических лиц, как и для предпринимателей нашей республики. Альбина Ламкова продолжит тему. На проспекте Ленина, 79, в самом центре Черкесска, расположился новый офис ВТБ. На церемонию открытия пригласили постоянных партнеров, тех, кто по достоинству ценит преимущества банка на протяжении долгих лет. Несмотря на торжество, работа в банке идет в обычном режиме. Не мешая клиентам, для гостей торжества провели экскурсию по новому офису. В новом отделении организованы удобные места для ожидания, бесплатный Wi-Fi. Гармонично подобранная цветовая гамма и интерьер офиса располагают к деловому общению. Это еще один шаг вперед в развитии финансовой сферы и очередной пример того, как технологии могут сделать нашу жизнь проще и удобнее. Банк ВТБ существенное внимание уделяет работе на всех сегментах банковского рынка, как в розничном, так и в корпоративном секторе. Вот, и это вдвойне приятно. То есть здесь смогут найти обслуживание и наше население, физические лица. Любой вот проходящий по улице Ленина может зайти сюда. А также наши компании. Сотрудники обслуживают посетителей с помощью ноутбуков, а подтвердить операцию можно в мобильном приложении. Возможность получить консультацию лично у экспертов ВТБ стала ключевой в выборе банка. Ну и, конечно, целый ряд выгодных предложений, говорит Никита Пашков. Хотел бы вот стать клиентом. Как узнал об открытии, пришел сразу. Вместо того, чтобы через сайты вот это все делать, намного удобнее прийти и пообщаться вживую с людьми, чтобы получить какую-то поддержку. Доволен. Очень хорошее место. Обстановка очень комфортная, работники в целом тоже нормальные, очень вежливые, так сказать, радушные. ВТБ появился еще в одном субъекте страны в рамках реализации стратегии повышения доступности отделений банка. По словам его представителей, основной целью создания такого пространства было сделать посещение кредитного учреждения максимально комфортным и приятным для каждого посетителя. Клиенты, которые с республики, они приезжали у нас в самую ближайшую точку, это в Невинномысск, в том числе в Ставрополь, в Кисловодск, в Пятигорске. Мы видели необходимость открытия здесь точки продаж. Навигируем всех клиентов, которые обслуживались в разных офисах, но проживали здесь. Предлагаем сюда обратиться. В новом отделении установлены два банкомата, в которых операции доступны по QR-коду. Они работают круглосуточно и точно будут востребованы в центре города. Альбина Ламкова, Олег Малхужев, Вести, Карачаево-Черкесия.